замочим рэпчик братану в честь 70-летия. 1, 2, 3, 4. Александр Маркович, 70 годов, родом с Магадана, города снегов. Сквозь курку в коляске зону рассекал. Волк пел колыбельную, люльку закачал. И 2 года жизни Сталина застал. Ага. Мама доктор Люся, папа доктор Мара. Молодых красавцев, нереальных пара. Велам родче кольнишна, коха тиха шельхара. Жили дружно, весело и в общем без кошмара. Оу, oh, yeah. Тогда народ не мерился яйцами, а души согревал сердцами. Друзья и семьи виделись и дружили кланами, неразобщенными и злыми, как сейчас, бакланами. Come on, everybody, come on. А потом была Самара, Волга и гитара. Брат родился Янчик, был жирный, как кабанчик. Октябренок и пионер, и комсомол. Математика, друзья, и баскетбол. Брату младшему ты был всегда герой, а потом вообще стал в группе рок-звездой. Ага. Идеалом стиля ты служил для Яна, сразу был Маккартни, Дольче и Габбаной. Алик для меня и сейчас, и только лишь братан. Ты дугман, дугман, чувак, и чисто карифан. И чётки по понятиям, сам морский ты пацан. Ага. Ты брат, братан, брателло. Беаравит, ахуй. Быть молод ты душой и телом, забив на возраст.